ты вовремя. Несколько джедаев уже пошли на звездную кузницу. Ударим, пока еще можем использовать элемент неожиданности. Если мы не остановим Бастилу, весь республиканский флот будет уничтожен. Давай, пока они не... Черт, их слишком много, чтобы застать их врасплох. Мы позаботимся о ситхах. Ты же проберись на звездную кузницу и найди Бастилу. Конечно. Что-то нужно? Что? Да. Ситхи постараются остановить нас. Мы останемся защищать корабли, чтобы убраться отсюда сразу после того, как ты остановишь... Бастилу. Ситхи постараются... Нельзя позволить ситхам отрезать нам путь к отступлению. Мы останемся удерживать шлюзовой отсек, а ты найдешь Бастилу. Лорд Малак, группа джедаев прорвалась сквозь нашу оборону. Они высадились на звездной кузнице. Я ожидал этого. Джедаи — опасные противники. Пошлите дроидов звездной кузницы, чтобы разобраться с ними. Лорд Малак, простите, но как дроиды могут сравниться с джедаями? Ты недооцениваешь мощь дроидов звездной кузницы. Выпустить дроидов. Конечно, лорд Малак. Джедаи напали на звездную кузницу. Уничтожить их! Уничтожить их всех! Что-то нужно? Готов. Конечно. Thank you.
Ах, теперь их тоже придется убить. Да? Зачем ты побеспокоил меня? У меня есть новости, лорд Малак, о джедаях. А, джедаи. Мои дроиды прошли проверку? Они уничтожили наших врагов? Нет, лорд Малак. Дроиды не смогли остановить их. Странно. Я не думал, что кто-то из Ордена может выжить в бою с армией боевых дроидов Звездной Кузницы. Это был Реван, лорд Малак. Ваш старый учитель на стороне джедаев, здесь, на Звездной Кузнице. Да, это объясняет, почему дроиды не сработали. Сила Ревана всегда была велика. Очень хорошо. Высылайте все доступные войска. Курсантов тоже. Вы думаете, что они смогут остановить Ревана, лорд Малак? Конечно, нет. Но они задержат Ревана. Это даст мне время, чтобы полностью подготовить защитные системы Звездной Кузницы. Мне не терпится увидеть истинные возможности космической станции. Моего учителя ожидает очень интересное испытание. Что ты можешь? Ты сам этого хотел.
Что? Ты сам этого хотел. Тебе конец. Ты сам этого не Thank you.
Что? Готов. Учитель, зачем вы призвали меня? Без моей боевой медитации линкоры Республики могут прорвать оборону и начать атаковать саму Звездную Кузницу. Это не займет много времени, Бастила. Достаточно скоро ты сможешь возобновить свою боевую медитацию. Я просто хотел, чтобы ты знала, что Реван здесь, на Звездной Кузнице. Реван? Но... Сила приводит нас к противостоянию с моим старым учителем. Звездная Кузница свела наших старых врагов, так что они могут умереть вместе в один прекрасный день. Ты должна убить Ревана, чтобы доказать, что достойна быть моим учеником, Бастила. Ты должна завершить то, что было начато в храме Ракаты. Да, лорд Малак. Я чувствую твой страх, Бастила, но он безоснователен. Звездная Кузница даст тебе силы, чтобы победить моего старого учителя. Оставайся здесь, в командном центре, пока ты используешь свою боевую медитацию против республиканского флота. Реван найдет тебя здесь через некоторое время. Это неизбежно. Конечно, учитель. Я больше не подведу вас. Возможно, ты победишь, Бастила. Но даже если нет... Это даст мне время, необходимое, чтобы подготовить защитные системы станции. И тогда мы посмотрим, сможет ли Реван устоять против полной ярости Звездной Кузницы. Бой!
Да? Конечно. Что? Ah!
Ревен, я знала, что ты придешь за мной. Пустая трата времени. Я видела, какие вы джедаи. Слабые и трусливые. Ситхи же истинные повелители силы. Ты забыл это, Ревен. Теперь ты должен за все заплатить. Здесь, на Звездной Кузнице, сила темной стороны сильна, как никогда. На этот раз тебе не победить. Теперь я понимаю, почему Малак последовал за тобой. Пусть ты всего лишь оболочка себя прежнего, сила все еще велика в тебе. Я и представить не могу, какая мощь была в твоих руках, когда ты был темным повелителем. Какой же ты глупец, раз отрекся от всего этого и последовал свету. Темная сторона придала мне силу. Теперь я владею великой силой, и ни один могущественный мастер-джедай мне теперь не ровня. Малак обучил меня тайнам ситхов, и я раскрыла полностью свой потенциал. В конце концов, теперь для меня нет границ, я смогу всего достичь с этой силой. Ты уже забыл путь ситхов, Ревен? В конце концов, я брошу вызов своему учителю. Если я достойна, то он умрет от моей руки, и я стану новым повелителем ситхов. После я возьму себе ученика, и цикл повторится. Таков путь ситхов. Это гарант того, что наши лидеры всегда будут сильными и самыми достойными. Нет, Ревен, это ты обречен. Ты устаешь, я чувствую это. Твоя сила колеблется, светлая сторона подводит тебя. Меня же питает своей мощью звездная кузница. Вскоре все будет кончено.
Темная сторона всегда будет сильнее света. Малак убедил меня в победе. Тебе не победить меня здесь, на Звездной Кузнице. Не победить! Ха! Ха! Невозможно. Ты отверг темную сторону. Ты слабый и жалкий слуга света. Как ты смог выстоять против меня? Почему я не могу тебя победить? Да, ты говоришь правду. Я тебе не ровня. Прошу, ради всего того, что нас связывало, не заставляй меня страдать. Покончи со мной быстро, другого пути нет. А разве есть выбор? Я пала на темную сторону, я ученик самого повелителя ситхов. Ты не можешь позволить мне жить. Нет, я не настолько сильна. Внутри меня слишком много злости. Слишком много ненависти и страха. Я не могу больше найти покоя в силе. Ты всегда был сильнее меня. Я говорила тебе. Я чувствовала себя такой бессильной перед твоей судьбой. Ты был Ревеном, и я не могла сказать тебе. Это мука. Еще большая мука испытывать чувства к тебе. Я презираю себя за это. Даже сейчас я чувствую твою силу. Это помогает мне. Спасибо. Я думаю, что готова встретить конец, если ты тот, кто сделает это для меня. Ты любишь меня? Я... Было время, когда я ждала и боялась услышать эти слова. Я тоже тебя люблю. Но я могла никогда не встретиться с тобой. Малак знал о моих чувствах. Каждая частичка света внутри меня погасла бы после твоей смерти. Но чем же хороша любовь? Она не может спасти меня от моря тьмы, в котором я тону. Я предала все, во что верила. Как я могу искупить свою вину? Да, я... Присоединяюсь к твоей борьбе против темного повелителя. Не думаю, что этот поступок нечто большое, но это было бы шагом вперед, в правильном направлении. Но как ты сможешь мне доверять? Откуда ты знаешь, что я не отвернусь от тебя, когда ты встретишься с Дарт Малаком? Откуда ты знаешь, что я снова тебя не предам? Ты играешь в опасную игру. Ты уверен, что хочешь так рисковать? Я могла бы прикончить тебя и заслужить благосклонность Малака лишь одним ударом светового меча. Ты храбр и глуп, как сказали бы некоторые. Ты также и прав. Темная сторона не полностью поглотила меня. Я не могу поднять оружие против тебя. Ты победишь Малака. В этом я не сомневаюсь. Ты превратишься из лорда ситхов в спасителя нашей галактики. И ты сказал, что любишь меня. Не самое подходящее время для этого, но я тоже тебя люблю. Всем сердцем. После всего этого? Нет. Нет ничего безопаснее, чем быть любимой тобой. Тебе нужно идти, Малак ждет. Это еще не конец для каждого из нас. Я должна остаться здесь. Если мы вдвоем сразимся с Малаком, боюсь, я снова могу пасть. Неразумно подвергать себя такому искушению. Да, так будет лучше. Чтобы победить Малака, тебе я не нужна. Теперь я понимаю, что истинный джедай не ровня любому ситху, даже самому темному повелителю. Я останусь здесь и воспользуюсь боевой медитацией, чтобы помочь флоту Республики. Я их единственная надежда уничтожить Звездную Кузницу и покончить с угрозой ситхов. Ты должен сразиться с Малаком, но немедли. Как только успех в сражении будет на стороне Республики, у нас будет немного времени на побег. Удачи, любимый. И да пребудет с тобой сила.
там! Брешь в строю ситхов! Зеленая эскадрилья, вперед! Зеленая эскадрилья выдвинулась! Бастила больше не использует боевую медитацию против нас. Силы поменялись. Красный эскадрон, в атаку! Флагманам, укрепить позиции! Thank you.